Пошла запись, и мы зачищаем просто здесь все. Да, здесь мы забрали как раз, Викония забрала часть, здесь еще пропустили. Угу. Здесь такое ощущение, что ловушка. Что ловушка. Викония должна идти вперед и дальше чистить. А, мы все ускорены, можно действительно побыстрее двигаться. Здесь какой-то проход, казалось бы. Нужно немножко побыстрее двигаться, но Викония все равно должна идти вперед. То, что мы ускорены, подспорье для того, чтобы Викония, чтобы зачистить этих бихолдеров. Вот сейчас ты этих, например, поразишь. Аджош пробежит сюда. Что, сюда пройти нельзя или что? Да, сюда нельзя пройти. Аджош уже стреляют. Не-не-не-не-не, стрелять строго по Виконии. Вот они испугались. А этот застрял? Ну давай, а ты можешь сражаться и отражать? А, они все застряли. Получает. Вот этот еще созерцатель. Смотрите, какие они страшные. Окаменение у него. Этот готов. Давай, Викония, этого поражай. Здесь, кажись, эти начали нас облетать. Или они там испугались? Не, они испуганы просто. Викония. О, он кусаться умеет? Нет, Викония, тут надо отступать в таком случае. Если он кусаться умеет. Ускорение закончилось. Атакуем все этого созерцателя. Готов, молодой человек. Атакуем следующего. У нас у всех заканчивается ускорение. Тут и перегруппироваться. Залечить незамедлительно нужно Яшима, потому что непонятно, что нас ждет впереди. Викония идет искать тех двоих, которые испугались и улетели. Где они? Они пошли или нас обходить, или непонятно, куда они делись. Здесь в эту дырку Викония, смотри, тоже не провались. Отражай на них, пожалуйста, щитом, да, и вот этого добей. Чик, Викония промахивается. Викония, гаут называется, при смерти. Давай, попади же. Ну, ты должна попадать. Серьезное у тебя оружие. Серьезное оружие. Заодно проверишь дырку, которую мы пропустили, да? Где она была? Вот здесь. Там меня еще смутило, что были какие-то вызовы от отзывы черных медведей. Здесь у нас метательное оружие в большом количестве и больше ничего нету. Здесь мы все обыскали, да? Да. Хорошо. В этот центр падать или нет? Возможно, Яшима отправим на разведку. Пока что не надо туда падать. Пока что надо зачистить все остальное. Отозвана нимфа. Не страшно. Сохраняемся. Потихоньку исследуем пещеру Бихолдера. Давай посмотрим, что здесь нас ждет. Ловушек не было, я поэтому не кастую поиск ловушек. Здесь еще комната и могут быть предметы. Так и есть. Тайное слово, которое уже Янсен выучил, и драгоценные камни. Викония, перекинь тайное слово Налии. Слишком далеко персонаж. А что-то можешь ты спрятать? Ничего не можешь. Ну, тогда сейчас командир к тебе подбежит быстро. Вот, и мы разберемся с этими предметами, или командир сам сможет... А, просто командир, спрячь вот этот драгоценный камень сюда, вот это сюда. У Виконии уже нету места, Викония передает драгоценный камень туда. И Джош прячет тут же его в сумку. Далее Викония забирает последний драгоценный камень. Дневник не надо читать сейчас, сейчас надо последний драгоценный командиру отдать. Вот сюда скипетр, наверное, тоже нужно отдать командиру. Тайное слово будет учить Налия. Надо оно ей или нет, не знаю. Ну, она выучит его. Она выучит его, это лишний опыт. А опыт лишним, в принципе, не бывает в ролевой игре, правда? Викония что, перегружена? Быть не может. Тайное слово Налии выдать. Налия его выучишь. Скопировала, хорошо. Посмотрим, сколько. 400 опыта всего лишь дали за это. Викония как-то замедлена. Ну, правильно, она подустала уже. Она тут сегодня у нас самый главный убийца созерцателей. И все, к верхним уровням переход. Мы видим. И вот это еще очень интересно. Кто будет проверять? Надо бы, чтобы Викония на самом деле проверяла. Почему? Потому что у нее щит от созерцателей. Непонятно, что там может быть. Непонятно просто. Яшима опять ранен. Не хватило его вылечить. Так, Викония, давай, мы сохранились, ты пойдешь проверить. Падаешь ты туда? Нет, не падает. То есть это просто... Эта ловушка не работает уже. Хорошо, можем выходить к верхним уровням. В таком случае. Вот куда-то вот здесь выходим.
И посмотрим, что нас ждет дальше. Ну, вроде бы все мы закончили. Так, посмотрим, куда нас, во-первых, эта лестница приводит. Мы пришли, ага, и вот мы как раз пришли. Все заперто, открыто. Хорошо. Теперь мы должны, по идее, вернуться туда и сдать скипетр. Но у меня почему-то такое чувство, что именно с помощью скипетра можно открыть двери и саркофаг. Вот. И надо пообщаться, наверное, с вот этим молодым человеком, со Саром. Скипетр у нас. Ты уничтожил тварь, поработившую столь многих, и за это я благодарен больше, чем могу выразить. Я чувствую, что скипетр – рассекатель при тебе. Ты использовал его? Мне следует предупредить, чтобы ты не выносил его на поверхность земли, его сила поглотит тебя. Гораздо лучше будет, если ты вернешь его туда, откуда он взялся, ради нашей общей безопасности, милорд. Я хотел еще саркофаг открыть, понимаешь? Стойте, не надо туда идти. В саркофаге может же быть... Мы говорим спасибо тебе, ну, лич может быть. Гарук, мы говорим спасибо тебе, друг. Большего мы не можем сделать против Созерцателя без наших глаз. Вы не такие диалоги новые. Попытался помочь разыскать скипетр там внизу, теперь сердечно благодарю тебя за помощь. Ну, я вот боюсь открывать при них саркофаг, потому что это же лич будет, это начнется, да? Давайте перегруппируемся. Сохранимся. Что там, будем бафаться? Ну, я не знаю даже. Смотря какой лич вообще-то. У нас призыва уже нету, Бонифация. Я думаю... Посмотрим по заклинаниям, что у нас есть какие-то снятия защит. Тут есть диспел такой, и есть у тебя есть пролом, который снимает. Хорошо, готово. А у Налии есть тоже пролом. Два пролома есть, этого должно хватить, но мы сохранимся. Защиту от зла посмотрим. Джош на этот раз открывает. Вам очень не по себе, когда вы приближаетесь к саркофагу. Крышка выглядит тяжелой, но вы сможете сдвинуть ее, если хотите. Подожди, Джош, не надо спешить. Мы уже тут собаку съели на таких молодых людях. Стандартная тактика, мы ловушки поставим. Вот. Шима, у тебя одна осталась. Надо отдохнуть, наверное, чтобы восстановить все заклинания. Почему бы и не отдохнуть? Отдыхаем, только чтобы тут тени на нас не напали. Отдыхаем. Золото поступило в ваш замок. Неплохо. Ян Янсен, давай сюда. Яшима, давай сюда. Ставишь все ловушки свои. С этой стороны поставишь, Яшима. Поставишь вот здесь. Если это элементальный лич, который там кучу заклинаний на себя начитает. Ну, попробуем сейчас. Посмотрим, что он противопоставит. Тут ставишь коварнейшую. Вот здесь вроде бы Сосар вне опасности. То есть туда идти нельзя. Надо лича будет отманивать... назад, то есть назад пути не будет, по сути, Яшима. Так что ставь вообще все ловушки, которые можно. Ставь вот тут еще две обычные. Коварнейшая, говорит Яшима. Хартелис, Ронин, Плут, у тебя больше свободы, чем у большинства остальных, а ты свалив, как блохастая собака. Что так мрачно? Опять они начинают ругаться, кандалы столь тяжелые. Яшима, не вовремя ты это делаешь на самом деле. Давай сюда еще ловушку. Поставил. Викония. Шо, Викония готова к сражению на самом деле. Все готовы. Бафы какие-то, да, надо элементарный блесс. Элементарнейший блесс. И надо элементарнейшую защиту от страха. Викония. И надо напризывать существ. Содесне, давай паука сюда. Вот так. Здесь у тебя куча призыва, Налия, ты будешь тоже этим заниматься, паука вот сюда. Watch your fairy, Джош, Бонифация. Как только откроешь крышку, что еще было, Хайердалис, еще была Валькирия. И все, и сохраняемся теперь, и открываем саркофаг, посмотрим, какой лич нам сегодня противопоставят. А здесь видно, Сара может его задеть. Воня разложения ударяет...
Вам в ноздри, когда крышка отодвигается. Ощущение неукротимой злой силы исходит от четырех золотых костей, которые лежат внутри. Две целых руки и две ноги золотого скелета. Магическая энергия струится в воздухе вокруг вас и появляется некое существо. Отступить. Вот он появился, не запылился. Будет сейчас диалог читать. Долго я хранил. Теневой лич. Теневой, это никакой не элементальный. Ловушки могут не сработать. Долго я страдал. Кто ты, человек, что ищет смертную оболочку Кангакса? Когда зло было разорвано на части, три куска были спрятаны. Тысячу лет я охранял это место, даруя смерть тем, кто хотел присоединиться к тьме. Ты такой же человек. Твоя смерть была предопределена падением Кангакса. Что ты не говоришь? Что, начинается сразу сражение? При смерти он сразу, потому что все ловушки сработали на него. Ну давай, Налия, тут же пролом, снять с него защиты, тут же, моментально. Джош, тут же атаковать его. Ага. Надо атаковать его, потому что сейчас будет вставать. Джош, отступи на самом деле. Пролом надо читать, под Джошу что полетело? Теневой какой-то, что-то непонятно. Здесь надо рассеять иллюзии. Это мы уже знаем. Да? А почему у тебя нету? Очень странно. Было же, или я заменил? А вот есть, хорошо. И Ян Янсен, кроме того, еще из предмета использует развеивание иллюзий. Вот так полетело. Все его атакуют. Иллюзии рассеяны, и атакуем его. Угу. При смерти теневой. Готов, молодой человек. Снято с паузы, подождите. Почему-то опыта не дали. Отступить. При нем что-то было? Почему опыта не дали? У него лич смерть. А, дали, 22 тысячи. Ну, вот и все, вот и весь лич. Вообще нечего делать. Когда вы дотрагиваетесь до костей, волны тошноты и страха захлестывают вас. Надев перчатки, вы осторожно укладываете руки и ноги в свой рюкзак. Теперь у нас есть золотая рука и нога. Кости руки, ног, скелета, сделанные из чистого золота. Безошибочно узнаваемый запах зла отравляет воздух вокруг костей. И у нас есть золотой торс. Три части, говорили, да? Значит, нам надо искать еще одну часть. Виконя, ты у нас специалист по всякой нежити, так что понесешь эти штуки ты. Виконя говорит, тяжело нести, командир. Что это такое? Волнообразное древко. Господи, меч двуручный. Давай тогда командиру. Меч мы продадим. Давайте его опознаем сразу, быстро. Янсен вообще его поднять не может. У командира слишком много доспехов. У нас нету еще одного персонажа, который бы хорошо нес. Хардалис, придется тебе хорошо нести, ты тоже перегружен получаешься. Хардалис не такой уж и полезный, потому что а, у тебя алебарда здоровая. Что ж ты будешь делать? Это что за бутылка силы грозового великана? Давай сюда ее, может встать в пригоде, пригодится. Хорошо, но тут немного загружен Янсен. Ну, Янсен, что поделаешь? Что это такое? Преобразование тензора не надо? Это тоже не надо. Это можно отдать на продажу, пойдет. Давай, свитки все. А, контейнер полон уже. Ого. Давай налив в коробку туда их складывать. Потому что контейнеры полны. Вот это тензора сюда, это тоже сюда, это вот сюда и вот это вот сюда. Хорошо, теперь можно, лича завалили, опыт получили, теперь можно пойти отдать скипетр туда вниз. Туда вниз, думаю, мы этим займемся незамедлительно. Ловушки Яшима сделали основную работу. Кто пошел не туда, Джош, не надо идти не туда, надо идти туда, куда нужно. 65 хп, никто даже урона не получил. Жак-Лес, да. Паук отозван, Китикс не отозван. Даже Бонифация не призывали. Вот настолько. Ну вот видите, это ловушки в основном. И значит, вот этот образ, когда он снимается, надо развеиванием иллюзий. А у нас есть и заклинания, и спектроскопы Янсена. То есть здесь просто все. Опять пилить через весь город нам придется. Ну, что поделаешь, может командиру самому сбегать, а может там награду какую-то дадут. Не знаю, командир явно пойдет сам, потому что он ускорен, только его надо разгрузить. Яшима, один доспех взял. Далее, золотые панталоны, нет, мы несем их. Книжка для этих, сумка для самоцветов сюда. Эту сумку для зелий сюда.
меч здоровенный Налия понесет. О, Налия может нести еще кучу всего. Налия, булавку Пикси понесешь. Что это? Скипетр? Не. Это ключ от крепости. Это твой. И золото. За золотом сходим. Может еще событие какое-то будет. Далее. И все. И Джош в принципе разгружен. Если что, Налия бросишь ускорение и... Это, всем тусоваться тут. А командир сходит сам. Потому что он ускорен. Это будет быстро. Надеюсь, опять не придется проходить проверку моста. Нет, мост... Мост уже рабочий. Угу. Командир строго идет. Удвоит бдительность, говорит Ишима. И тут все уже... Бдительность не нужна. Куда надо идти? К Амаунатору, наверное. Ведь этот парень, воплощение духа, это и есть Амаунатор. Здрасте. Мы вернулись. Ты вернулся? Почему? Зачем ты сюда вернулся? Ты принес назад великое оружие? Я уже говорил, что такова воля, это оружие больше не нужно, я возвращаю его. Но это великое оружие, оно невероятно важно. Так было веками, ты просто возвращаешь его. Такого не может быть, если только это не было предрешено заранее. Если только ты не был орудием нашего бога, это невозможно. Может, он гораздо сильнее, чем вы думаете? Может, вам лучше увидеть самим? Этого не может быть. Ты не можешь быть вестником перемен. Это невозможно. Я должен посмотреть сам. Я должен услышать его слово. Мы все должны. Ой-ой-ой. Тут и мультик нам показывают. У нас. Ага. Здесь ничего нету. Здесь никогда ничего нету. Кроме смрада нашей ненависти, говорит больной. Подождите. Надо сейчас подумать. Почему он должен прийти к вам? Я вот это выбираю. Вы потрудитесь хотя бы назвать его имя. Столетиями мы упоминали его имя только в проклятиях. Он не дает о себе знать, а значит и смысла нет никакого. Мне он дал знак, что ты на это скажешь. Я растерялся, да? Амаунатор, твой народ взывает к тебе. Я Агру Тинду, солнечный лорд третьего дома, в соответствии с твоим заветом. Сим взываю к твоему имени. Мы просим, пожалуйста, мы зовем тебя. Пожалуйста, ты нам нужен. Ой-ой-ой. Воплощение появляется. Я слышу тебя. Вы те, кто страдал, те, кто все еще страдает. Близится конец нашему служению. В соответствии с буквой договора мы должны охранять сей скипетр до конца времени. Наше время закончилось. Тогда что осталось сделать? Спрашивает больной. Ничего, ваше задание выполнено. Вы все воссядете рядом с Амаунатором в цитадели Вечного Солнца. Старые враги сгинули, и долг исполнен безукоризненно. Да восславится Хранитель Времени за то, что все привело к справедливому завершению. Ой-ой-ой-ой-ой. Сие есть конец всему. Да упокоятся ваши души в сердце моем. Покойтесь с миром, говорит воплощение веры. Получаем, Налия получает уровень, и все. Скипетр забрали, группа потеряла предмет, группа приобрела предмет. Щит дали. Неужели еще один щит Балдурана? Вот это будет смешно. Средний щит. Спасительное милосердие +3. Когда-то это был крайне мощный щит, который использовался священниками Бэйна, но с кончиной бога большая часть чар рассеялась. Однако базовая магическая защита осталась, что делает предмет очень полезным для любого искателя приключений. Добавка классу защиты 4. Неплохой щит, средний. Кто может носить? Викония. Щит Балдурана тебе нужен. Ты берешь так, класс защиты все равно минус 8. Тут 4. А на Балдуране у тебя тоже 4. Ну, я даже не знаю. Здесь у нас иммунитет к очарованию. Добавка класса защиты 3. Ради единицы? Не, возможно, продадим этот щит. Спасительный, но это крутой щит. Не могут использовать бард, друид, мах, вор. Вор, к сожалению, не может. Баклер можно вору выдать, на самом деле. Щит гармонии +1. А это не баклер, это маленький щит. Баклер вообще маленький. Хорошо. Тем не менее, Налия получила уровень. Получает еще и боевой навык. Можно длинный меч ей вкачать. Подожди, Налия, спешить. Может, арбалет тебе какой-то взять? Меч и щит, одно оружие... можно тебе щит взять, не надо. Короткий лук у тебя есть, проща есть. Прощу тебе можно взять пока что. Принять. Выдать тебе прощу. А у тебя дротики есть, но пока что тебе ничего не надо выдавать. Хорошо, мы здесь закончили, судя по всему.
Осталось что? Осталось сектантов, сектантами разобраться. Вы ощущаете святость, исходящую из алтаря. Выходим себе спокойно. Сейчас посмотрим, что нам скажет еще раз Са-Са, вот тот, который тусовался там. А мы отсюда выходим из этого покинутого города. Видите, много очень тайн связано с Амаунатором. Кстати, там было еще одно здание, в которое мы зайти не могли. Надо проверить его. Не, сюда нельзя зайти. Внутри здания не осталось ничего ценного. Тут затоплено все. Остатки статуй. Вот, ну щит получили и хорошо. Больше ничего там не выдали? Не, больше ничего. Так, что делать с золотыми костями личей, я не знаю, ребята. Я не то, что не помню, я не знаю. Возможно, я когда проходил давно в детстве, ну как в детстве, в отрочестве я в это играл, когда студентом был, то я не находил всех личей просто. Просто не находил всех личей. Я на самом деле не помню, где еще следующий будет. Ну посмотрим. Мы их уже. Когда вы заглядываете в дверь, шо-шо. А, это все. Мы их уже умеем уничтожать, и ничего страшного не нам это. Мы завалили элементального, теневого и обычного. И обычного. А, еще завалили секретного вот этого, который был в Витой Руне. Вот, то был серьезный лич. Ишима, что перегружен, что отстаешь? Ишима, что-то в последнее время отдаляется от партии. Что-то, Ишима, скрываешь или что? Не могу понять. Давай драгоценный камень сюда. Доспех верни командиру. Чик. Выходим на поверхность. И что нам остается? Нам остается много всего. Во-первых, я хочу. А, в замок еще надо сходить. Налию, наверное, из партии будем исключать окончательно, потому что. Ну хотя на ней мантия Векны. Мантию Векны можно и на Янсена напялить. Ну, и щит на него напялить. Паук наш еще тусуется. Здесь это быстрый выход к созерцателю. Странно, что созерцатель незрячего ока не покарал вот этих двух молодых людей, троих, которые здесь хотели его свергнуть. Ты просто великий славный герой, после этого говорит Сассар. Пусть боги вечно у тебя улыбаются тебе за то, что ты сделал. Исчезают. Хорошо. А здесь мы все залутали. Нет, посмотрите, тут закрыто. А ну-ка, Яшима, давай сюда. Поиск ловушек. Шима тоже поиск ловушек, Янсен сюда. Я думал, что мы эти два ящика взяли. Ну, вскрыть. Говорю, вскрыть, Яшима. Взлом не удался. Это не проблема. У нас есть мастер взлома. 175 опыта. Арбалетные болты, хорошо. Йоката, давай вторую вскрывай. Китикса тоже взлом не удался. Серьезные замки. Янсен говорит, не проблема. Открывает. Золото и снижение сопротивления. Неплохое заклинание. Янсен, что-то не лезет тебя. Вот эти тебе болты не лезут. Давай-ка мы обычные, наверное, выкинем, потому что болтов у тебя слишком много. И будешь снижение сопротивления учить. Что дает? Пятый уровень. Один раунд на уровне. Время чтения 5. Вражеское существо. Спасбросков нету. Выбранного существа сопротивление магии на 10% плюс 1 за уровень заклинателя. Против этих чар нет спасбросков, и сопротивление магии объекта не учитывается. Например, если существо обладало 60% сопротивлением маг 15 уровня, прошу прощения, наложил на него это заклинание, его сопротивление будет снижено на 25% автоматически. При повторном чтении заклинания его действия прибавляют к действию предыдущего. То есть можно снимать защиты, короче. Второй раз на то же самое существо, да-да-да. Эффект длится до окончания срока чар. Имейте в виду, что рассеивание магии на них не действует. После того, как заклинание просчитано, не существует способа отменить эффект до истечения срока его действия. Записывай. Ян Янсен, ты иногда просто поражаешь. Такой спелл нашли, а ты его не запомнил. Ну как же ты так? Идем разбираться с сектантами. Да? Все готовы? Все готовы. Что будем делать с сектантами? Фаерболов Янсен приготовил. Будем всех выносить или нет? Там был один, который был предан делу общему, с которым мы говорили, который нас пропустил в эту бездну.
Так что давайте действовать осмотрительно. На сей раз Нали отстает. Нали, не надо отставать, сейчас будет самое веселье. Можно Виконию оббафать и ее туда послать с барьером клинков, она всех там вынесет. У нее сопротивление магии, ее никак не пробьют. Разве что какое-то дичайшее заклинание не используют. Можно напризывать туда бонифациев и можно туда вонючую тучу бросить. Все что угодно можем делать. Вот. Сектанты, мне кажется, не представляют сильной опасности. Вот. Только вот эта комната, перед тем, как мы тут войдем к сектантам, нас отдаляет от нее. Они, кстати, ничего не говорят. Может, они, кстати, и не будут атаковать. Уходит один. Они тут тусуются, смотрите, элитный охранник. Ну, подожди. Спешить, песню зачитать, БЛС зачитать, защиты все зачитать, на всякий случай, потому что они тут сгруппировались, элитные охранники. Что тут у тебя? Тоже защиту? Давай, в тени, ловушек не осталось, бафы пошли, так, все три мага у нас оббафаны, все бафы пошли, благословение, поиск ловушек есть, давайте зайдем на огонек. Застревает. Что ж зайдет первый? Что скажешь? Убирайся, нечестивый, зрение развращает. Что ты не говоришь? Сейчас мы разберемся тут. Так. Что ж ходит один? Мне не нравится, что они тут четверо стоят в авангарде. Всех же завожу. Гал где был? Может надо с этим Галом поговорить? Нет, тут вот он. Что скажешь? Вернитесь, незрячее око было убито, но не все еще потеряно. Давайте отомстим за него и воплотим жизнь его мечты. Вернитесь, глупцы. Ты, Джош, ты согрешил против самой вселенной. Мы уничтожим тебя. Что ты не говоришь? Виконе, дрожь в голосе выдает твою слабость, ревил. Твой возлюбленный глаз тиран стерт в порошок. И не пройдет и часа, как ты будешь с ним, говорит Виконе. Вернитесь, было убито, они все. Давайте отомстим, кричит. Угу. Хорошо, тут вот тут надо бы. Ай, Виконя, ты уже не успеешь барьер, наверное, зачитать. Попробуй. На самом деле. Нет, Виконя, знаешь, что ты должна сделать? Ты должна здесь великое повеление прочесть, чтобы они заснули. Джош будет разбираться один на один с Галом, и, во-первых, из него вытянет хп немного. И включено. Янсен, подожди, спешить. Здесь что? Здесь можно призвать на самом деле монстров в помощь. Вот так как-то. Решимо прикрыть Виконию. Так, полетело. Повеление не пошло, Виконию. Придется на одного, кто-то сработало. Что, надо их вырубать потихоньку. Жош сражается с этим молодым человеком, и он его должен уработать. Виконию должна тут читать барьер клинков, пока, я надеюсь, что у нее это получится. Она тогда втанкует их всех. Читай. Яшима, ты пока что отступи и держи этот вход. Ян Янсен, давай-ка им немножко сбросим спас-броски. Джош, разбираешь уже молодого человека? Ага, вот при смерти уже. Так, тут еще кто-то появился. Капитан элитной стражи. Яна Янсена надо отводить. Он тем более бросил заклинание Хайрдалис. Давай еще используй вот эту арфу свою. Вот как-то вот так. Центр. Викония зачитывает барьер. Зачитывает. Ну что, молодые люди, капец вам, судя по всему, потому что Виконя тут всех разложит и так. Яшима берет меч и валит капитана стражи. А Ян Янсен еще в него магию использует, да? Гал мертвый. При нем был пояс. И лутать будем потом. Капитан стражи готов. Виконя там разбирается. Джош идет дальше. Так, вот этот молодой человек, который нам помогал, он. За нас здесь что, стражник, вы не можете вступить, элитный охранник похоже нас не замечает. Сейчас Джош зачитает плащ страха, и элитный охранник не то что нас заметит, он просто испугается. Еще один идет на нас. Ян Янсен, перегруппироваться. Решимо приготовиться танковать. Виконя разбирает самостоятельно обоих стражников элитных под барьером клинков. Что здесь? Что-то нету, не особо. Вот тут еще сектанты. А, они исчезают, наверное. Потому что Гал кричат, вернитесь, глупцы. Уже вас не замечают. Я не знаю, они вроде бы должны были все на нас нападать. Этот уже боится. Аж обидно за него. Не знаю, всех выносить или нет. Сектанты.
арестанты. Вот они исчезли наконец-то. Они убегают все, судя по всему, да? Да, они уходят. То есть надо было завалить только Гала и стражу. Хорошо. Остальных трогать не будем, потому что они, судя по всему, сдаются. Больше нету врагов? Нет, тут нету, только ящики. Вот и все. Здесь еще, ну теперь будем лутать, ребята, добычу. И здесь еще кто-то один остался. Этот уходит. Да? Сектант, этот уходит. И этот ушел уже. Это напоминает мне репные погреба, разве что без дяди Герхарда, отрубившегося за самованным аппаратом в углу. Хорошо. Все, всех победили. Виконья молодец просто. Драгоценный камень, арбалетик, болты, ну это такое, это было даже не противники по сравнению с самим незрячим оком. Гал вообще один на один его Джош положил. Четыре охранника против Виконии с барьером клинков, не смешите. Так, ну и начинается то, ради чего мы тут собрались, и мы лутаем. Я сохраняю прогресс, включаю поиск ловушек, потому что подлый Гал мог, конечно же, поставить ловушек пару. И Яшима с Джошем будет лутать, все. Главное говорить Яшима, чтобы места в рюкзаках хватило. Налия говорит, совсем мне это не нравится. Чем наше топтание на месте помогает несчастным? Тем Налия, что мы сейчас лутаем. Здесь открыто. Дротики, драгоценные камни. Давай сюда, все в сумку. Сумка у кого? Кому была передана Яшима? Давай ее сюда. Так. У кого еще там драгоценности? Здесь были. Это все пойдет на продажу Налия. И беднякам немного монетку сдадим, когда встретим. Так что ты не волнуйся. Во. А если мы тебя до этого из группы исключим, то может и не дадим монетку беднякам. Посмотрим. Давай, Яшима, 30 огненных стрел. Надо тебе стрел закупить волшебных и не жмотиться на это. Потому что артефакты всем берем, покупаем, а Яшима без стрел остается. Да, здесь заперто. А ну-ка, Яшима, давай, скрой стол. Не удался взлом, не проблема, потому что Ян Янсен может это сделать. Чит, 175 опыта. Заклинание замедления и... не знаю. Янсен, у тебя... ты знаешь замедление? Данное заклинание есть уже. А ты знаешь замедление? Данное есть. И ты точно знаешь. А ты умеешь записывать? Да. Хорошо, пусть оно у тебя будет. Ну, такие себе заклинания были у Гала. Хотел нас замедлить и проатаковать, но не получилось. Джош заходит сюда. Поиск ловушек должен работать. Можно ускорить этот процесс. Виконья читает еще один поиск ловушек на себя. И когда зачтет этого, то она зайдет вот сюда, будет искать ловушки здесь. Работает поиск ловушек, Виконья, на тебя? Работает. Идешь в эту комнату. Здесь ловушек нету. Открываем дверь. Яшима. Открыть. Тут открыл. Идешь сюда. Джош лутает. Еще заклинание. Конус холода, по-моему, поднятие мертвечины и... Но конус холода себя мы так и не попробовали его, кстати. Ну, слишком далеко персонаж. Все остальные подходят. Пояс еще какой-то залутали. Пояс может быть... Пояс может быть хороший. Разгрузить командира или просто передать ему коробку для свитков? Коробку для свитков. Потом будем разбираться. Этот контейнер полон. Ян Янсен, так что давай вторую коробку для свитков. Сюда. Этот тоже полон. О, ну Налия, будешь так свитки нести. Что это? Защита от обычных снарядов. Выучить не удалось скопировать. Создание нежити 5 уровня. Какое себе заклинание. Копируй. Немножко опыта. Сколько это нам даст опыта? 500-500. Тысячку. А на дороге не валяется. И Налия будет... Тут заперто, Яшима вскрыт. Налия будет, будем ее отпускать более сведущим магом. Взлом не удался, значит тут нужен Ян Янсен. Виконья идет искать ловушки в следующей комнате, Джош идет искать ловушки вообще в этой комнате. Многозадачность. Ян Янсен с Виконьей не разошлись. Господи, Виконья, давай сюда. Сюда. Янсен сюда, Яшима сюда сразу. Как они смешно. Сейчас опять не разойдутся, да? Что будешь делать? Они еще так болтают смешно. Давай Янсен сюда вскрыть. Здесь надо. I can do that. Хорошо, здесь мы забрали. Здесь Яшима.
сюда. Ловушек нету. Ян Янсен, куда ты бежишь? Ну куда ж ты бежишь? Здесь ловушек нету. Все заперто. Тут надо или Яшима, или Яна Янсена. Ян Янсен наконец-то приходит к цели. Skill and care. Скрывает 175 опыта. Подожди, может ты сможешь забрать сразу. Арбалеты и стрелы. Ну Яшима тогда должен пойти сюда. И через стену Ян Янсен забрасывает Яшима молоток и должен будет забросить ему стрелы. Да что ты делаешь, Яшима? Так, стрелы и перекидываешь их Яшима. Яшима, есть у тебя теперь ледяные 40 штук. Берешь их, хорошо. Яшима молодец. Яшима, оперативная задача вскрыть здесь двери, ящики. 260 этот смог вскрыть. И второй. Здесь все смог. Ян Янсен идет туда, где командир находится, в эту комнату. Хорошо, Виконья лутает. Виконья лутает. Стрелы прокалывания 20 штук. Великолепные стрелы. Здесь облако яда, вот это заклинание. Это надо, Янсен, чтобы ты учил. Потому что Янсен у тебя жезл не вечный, да? Облако убийца 5 уровня. Скопировал, молодец. За 5 уровень 500 опыта дают. Хорошо. Так, здесь, Ян Янсен, сразу вскрывай. И поиск ловушек здесь ничего не дает. Хорошо, Ян Янсен, можно выходить из этой комнаты. Здесь дротики, драгоценные камни и золото. И золото, опять-таки, драгоценные камни. И все. И остались еще комнаты. Все, все залутано, все наше. Драгоценные камни можно положить в сумку, пока они туда еще влазят. Дротики можно передать Налии. Слишком далеко персонаж. Пояс передать Яну Янсену, чтобы он его опознал незамедлительно. Пояс стойкости. Ремень существенно улучшает конституцию носителя. Король Виолос надел его, когда возглавил поход против болотных троллей. Предыдущая зима очень ослабила его, и он уже не был тем здоровым мужчином, каким его знали раньше. Пояс прибавил ему несколько лет жизни и заставил подданных вновь поверить в своего короля. Конституция на 18. Действие продолжается в течение 8 часов. Он одноразовый. Здесь пояс инерционного барьера. Я хочу проверить, командир Джош, можно ли использовать раз в день пояс? Чик. У тебя стало конста 18. При этом заменить его. И будет ли у тебя 18 телослужения? Будет, да? Или уйдет оно? Не будет. То есть раз в день ты можешь себе увеличивать и будешь танковать. Отлично. Параметр повышен. Сила у тебя почему-то написано. Потому что телосложение. У тебя хп 92 становится. При телосложении 18. Ох. При генерации персонажа, да. Там мы могли выбирать главного героя или ловкость, или силу. Я их сравнял. И они особо бонусов не дают. Энта была восьмерка. Но мы книгу зачитали 9. Зато мудрость хорошая и харизма тоже было 15. Вот сила, зато я в силу вложился, потому что я хотел воина-друида милишного сделать. Притом не на дуал, а на меч и щит. И он такой получился. Во. Мы выходим. Что, собирать эти штуки, чтобы продавать? Ну, я думаю, латные доспехи, кольца можно пособирать, командир, потому что место есть, и мы их сможем продать выгодно. Сейчас надо будет быстро, тем более, продавать. Вот уже тебе не лезет, да? Это заклинание куда-то сюда. Это кольцо куда-то Виконии передай. Забиты рюкзаки уже. Вот последние латы можно взять. Шо, будем делать в следующей серии перегруппировку партии. Я хочу убрать Налию. Надо взять какого-то нового персонажа, во-первых. Там был паладин. Во-вторых, определиться с заданием. Ну, во-первых, сгонять в замок. Паладина хочу взять. И я, наверное, Хаердалиса тоже удалю из партии. Мы посмотрим, можно ли вернуть Джахейру. Для этого надо будет смотаться в портовый район. Кстати, заодно сходим к кузнецу. Он нам скажет, можно ли что-то новое выковать из тех вещей, которые у нас есть. Но для начала надо будет, наверное, на променад смотаться и ребята, продать вещи, продать, купить. Продать, купить, накупить стрел для Шимана. Так.
А где искать паладина, теперь я вот не знаю. Он, наверное, в храме будет в своем. Да, мы переходим пока что. Часть каких-то перемещений, наверное, оставить за кадром, я даже не знаю. Наверное, продажу, куплю-продажу оставлю за кадром. Это долго достаточно. Это долго. У нас есть что? У нас куча всего. Продавать, опознавать. И налию. Налию, что у Нали? А у Нали и мантия Векна, которую мы купили. Ой-ой-ой. Предметов куча уже. Можно все, что хочешь, делать. Вершима колец мало. Ему и не надо. О, охотник за головами. Выходим. А может где-то здесь как раз храмовый район, здесь как раз и подцепим паладина. То есть налию можно уже. А может продам все, не буду за кадром ничего оставлять, чтобы не терять целостности нашего повествования. Ложный бог мертвый, его нечестивые пророки падут вместе с ним. Безглазый поднимается вновь. И паладин, рыцарь щита, валит сектанта. Неплохо. Я считаю, один золотой был, но зарплата у сектантов так себе была. Но мы еще к Талусу хотели сходить, да? В следующей серии посмотрим, чем будем заниматься. Остановимся здесь пока что. Угу, остановимся здесь. До свидания.